Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лицеменова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами свежим буксом, PaidBooks. Абсолютно, друзья, без вложений. Участников здесь 445 человек. И новых участников, как бы, да? Ну и пошли здесь первые выплаты. Здесь есть один вывод. $3.05. Почему так мало? Сейчас расскажу, покажу все. Значит, по регистрации. Ну, стандартная регистрация, как во всех буксах. Имя, фамилия или просто имя. Два раза имейл. Логин. Два раза пароль. Капчу. Ставите сюда галочку. Нажимаете регистрация. Вход по логину и паролю. Вставляем капчу. Не важно, какие там буквы, маленькие, большие. Так. И логин. Ну, ждем. Здесь как бы реклама. Кто-то вот что-то рекламирует, как бы вход. Загружается шкала. И входим в аккаунт. Так, значит, ну что здесь? Здесь как бы бонус дается, вот такое количество копеечек за просмотр видео, пост на форуме опубликовать. Я ничего не опубликовываю. И если мы просматриваем сетку, тоже как бы дается, как бы вот за все это, за все эти действия, вот такое количество монеток нам дают. В данный момент у меня на балансе 56 центов. Букс довольно-таки неплохой, и можно как бы присмотреться к этому буксу. Значит, это домашняя страничка. Здесь как бы наша статистика. Вот у меня 146 кликов. Зарегистрировалась я здесь с 5 октября работаю. И вот у меня 56 центов на балансе. Значит, это аккаунт, это сообщение, это добавить средства. Это нам не надо. Апгрейд аккаунт. Я на стандарте работаю. Без вложений. Ну и минимальный апгрейд здесь $2. Так. Ну там по нарастающей уже идет. Давайте, раз уже начала, далее посмотрим. Минимальный вывод отсюда $3, друзья. Здесь у нас баннеры. Баннер один. Персональные настройки у нас. Что здесь? Сюда я всегда вставляю вес, да. Прописываю кошелек. Сюда пароль, который указывала при регистрации. Вот видите, надо всегда проверять. Вот. Здесь пароль. Кликаю. Сохранить. Нет. Все. Перепроверять надо. Потому что мало ли. Так, кошелек я сохранила. Ну, здесь форум, это нам не надо. Здесь наши партнеры будут. Как видим, можно абсолютно без приглашений зарабатывать. Как бы. Ну и здесь история. История депозита, история вывода. Я ничего не вкладывал, как я сказала. Я на стандарте работаю. И просмотр рекламки. Кликаем VIF ADS. Здесь, друзья, рекламки немного. Как видим. О, давайте одну просмотрим. У меня на балансе 56 центов. И за всю вот эту рекламку мы получаем 4 цента. Для букса это неплохо. Выбираем обычно перевертыш. Все, нам зачет. Поставлю на паузу, просмотрю всю рекламку и покажу, сколько у меня стало на балансе. Было 56 центов. Я просмотрела всю рекламку, возвращаюсь в аккаунт. Спускаемся ниже, и вот у меня
Было 56 центов, стало 61 цент. Ну, с учетом с этими копейками, но 60, как бы, да, 4 цента мне начислили. Далее, теперь что хочу сказать по выводу. Значит, смотрите, вот здесь в самом низу опускаемся, термины, кликаем сюда. Так. И переводим на русский. Я вам хочу показать по поводу вывода, чтобы не было недоразумений. Смотрите, платежи пользователям. Значит, для стандарта, то есть без вложений, вывод обрабатывается 5-6 дней. Значит, далее уже идут апгрейды. Мини-пайт 4-5 дней. Платные 3-4 дня. Потом, так, да, 5-6 стандарт, это такой, это платные. И еще вот один день какой-то, и мгновенный, там вот такие вот. Имеем в виду 5-6 дней идет стандарт вывод. Даже те, кто делает апгрейд, 4-5 дней обрабатывается вывод. Вывод идет как бы все это в ручном режиме. Вот такой вот букс аккаунт. Так, что еще? Баннеры, ребятки. Вот здесь находится реферальная ссылочка. Я вам баннер показала, а вот реферальная ссылочка, ну, как в обычных буксах. Вот кому интересно, работаем, неинтересно, проходим мимо. Вот. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!